Привет, я Ваня. Сегодня я хочу порисовать маркером одним желтым и одним черным. И рисовать будем птичек, может быть, и еще чего-нибудь. И рисуй со мной, будет просто. Сначала нарисую кубок, где будут написано первое. Кубок, где написано первое место. Нарисуйте сами, и я буду очень рад поставить вам лайк. Сейчас я рисую птичек. Рисуем разных птичек, которые ты хочешь, которых ты знаешь, и как они будут выглядеть. И здесь я хочу нарисовать большую сову. Сова вот так вот у меня будет выглядеть. Я очень просто рисую, желтеньким раскрашиваю. Я рисую пятна сейчас. И раскрашиваю желтым маркером, как попало. Суть сегодняшнего рисования – рисовать пятна маркером. Рисуй, и ты не ошибешься. Твой рисунок будет отличаться от моего и будет неповторимым. Теперь рисую большую птичку вверху и разных птичек порисуем. Сначала желтым, а после этого раскрасим по-разному. Здесь нарисуем треугольник, это шапка птички будет. Еще какие-то. Вот такую птичку я хочу нарисовать. Такое пятно. Здесь будет птичка из пятен. Вот такая птичка будет. Вот она будет вниз смотреть. По-разному. Порисуй. Примерно можешь повторять за мной пятна, которые я рисую. Но можешь и не повторять. И у тебя будет совершенно свои птички. Там свои пятнышки. Нарисуй, как ты хочешь. Главное, чтобы твой маркер хорошо и ярко писал. Это, конечно, сложно для маркеров и фломастеров. Потому что они очень быстро кончаются, я знаю, особенно ты, когда много рисуешь, и дети часто хотят много рисовать, и я тоже люблю очень много рисовать, но все равно. Если у тебя нет, возьми краски, к примеру, акварельные тоже подойдут. И пока рисую птичек, пока они просто разные птички. Какие я вот как и придумаю пятнышки, маленькие, квадратники пятнышки. Еще какое же пятнышко придумать? Я уже все придумал, которые мог пятнышки. Давайте загогулину какую-нибудь вот такую придумаем. Загогулина. Пятнышко загогулина буду его называть. Все. Наверное, достаточно. И здесь вот такую. Совершенно не привязанную, да? Все. Мы нарисовали много всяких желтых штук. А теперь мы будем их раскрашивать. Вернее, доводить до ума с помощью фломастера черного или черного карандаша. Все, что угодно подойдет. Карандаш тоже подойдет здесь хорошо. Зачем я рисую маркером, ты спросишь? Для того, чтобы тебе лучше было видно. Я думаю, только этот вопрос. И теперь сова. Сова, конечно, с большими глазами. Рисуем сразу большие глаза, клюв. Клюв такой остренький, глаза маленькие, рядышком такие штучки. И сейчас маркером мы будем очень много черным рисовать и очень быстро. Если ты не успеваешь, то я думаю, сейчас уже удобно в Инстаграм ставить на паузу и все это делать. И да, я еще раз говорю, что все эфиры сейчас проходят в Инстаграм, а записи выкладываются на Ютуб. Ну, они довольно быстро сегодня выкладываются. Сегодня у меня есть время побольше рисовать, так что приходи сегодня рисовать. Рисуем два крылышка нашей сове. Такие вот. Летит. Что за птица? То ли кошка, то ли птица, да? Рисуем лапки. Лапки. Все можно просто рисовать. Вот здесь вот такие точечки. И получается здорово. Мне очень нравится так рисовать. Я не знаю, как этот способ рисования называется. Когда ты просто придумываешь какие-то интересные моменты из пятен. Я буду называть просто рисуем маркером. Что еще? Вот эта вот птичка моя должна превратиться в такого соловья. Соловья с закрытыми глазами и чубчиком. Чубчик. Конечно же, красивый. Крылышко нарисуй. Крылышко рисуй так, как ты хочешь. Какой хочешь формы. Всегда придумывай свои какие-то формы. Здесь какие-то полосочки. Здесь точечки. Две длинные ноги. Даже не соловей. Не знаю, что это за птица уже. Но она смешная. Довольно смешная. Мне нравится. Отлично. Так, что здесь нарисуем? Здесь птица такая тоже смешная будет. У нее будут глаза, они будут смотреть вперед. А здесь будет у нее клюв. Здесь будет хохолок. Такой необычная птица. Я такую не знаю, птицу не видел. Здесь все в перышках у нее. И, конечно, крылышко нужно нарисовать. Крылышко и немножко хвоста. Хвоста и лапки. Лапки всегда... Я рисую лапки, потому что без лапок это будет неинтересно. Здесь нарисуем... здесь будут просто яблочки лежать. Просто яблочки, ничего такого, просто яблочки. Еще из чего? Вот из этого сделать эту птицу. Давай попробуем. Она может по-разному смотреть или туда, потому что это может быть голова.
А может быть это хвост. Я так думаю, что это хвост. Вот это вот у нее крыло будет. И крылышки вот так вот идут. В одну сторону перышки. И во вторую сторону перышки. И получается у нас птичка, да? Но пока еще не получается. Клюв, глазки. Нарисуем ей опять-таки хохолок. Они все похожи на хохолки. Здесь перышки в хвосте. И, конечно же, лапки нарисуем, лапки. Так, получается здорово. Мне все нравится, все вот, что я рисую, вот они получаются очень необычные, не похожие ни на что. Немножко, может быть, на что другое похоже. Можно цветочки нарисовать. Также в конце я хочу нарисовать побольше всяких веточек, точечек. И мой рисунок просто будет неповторим. Неповторим, и твой тоже будет такой же. Так, вот из этого треугольника я сделаю тоже птицу. Я еще не знаю как, но давай придумаем. Птица у меня такая будет. Треугольная. Я уж хочу, если треугольная, то треугольная птица. Раз, такая. И немножко злюка такая. Злюка такая птица. Такая. Такая. И здесь точечки, точечки. Сразу птичка превращается в птичку. Несколько рисуночков, да? Здесь голова, это крылья, а это хвост. И получается, птичка летит туда. Так, здесь вот эта птичка превращается в такую птичку. Здесь вот у меня голова и клюв, а здесь крылышки. Вот так, раз, два. И получается, крылышки и птичка тоже получается. Я думаю, что всем девчонкам, мальчишкам нравится так рисовать. Тем более, что когда ты рисуешь пятна, тебе не нужно будет стараться что-то придумывать с самого начала. Нарисуешь сначала что-то, а потом выдумаешь. И так можно пофантазировать. И очень интересно. Вот это я еще не знаю, что это такое. Но, наверное, это птичка. Но она будет какая-то необычная. С большим клювом. С большим глазом. И такая вот такая лежит, она сидит, у нее крылышки, ага, так, а здесь хохолок. И получается птичка вот такая, не похожая ни на какие другие птички не похожие, да? Давай здесь нарисуем орешек, орешек. Так, еще осталось 1, 2, 3 птички, и у нас будет все готово, как мы захотели. Так, вот эта птичка, я даже не знаю, что это за птичка, но, наверное, она будет малюсенькая, малюсенькая птичка. Но она будет с большими глазами, с большими крыльями. Маленькая птичка, но с большими крыльями, да, и хохолок. А здесь огромный клюв можно рисовать и большие глаза. И тоже такой хохолок, да? И здесь маленький. Это цыпленок. Это будет цыпленок. Это цыпленок. Клюв виден. И точечки поставим. И одна осталась птичка, которая непонятно во что еще превратится. Ну, наверное, она превратится в такую поющую птичку, которая издает нотки. А нотки разные. Такие та-дам, та-дам. И она поет песенки для нас. Для нас с вами. И крылышки мы тоже здесь нарисовали. Бим-бим-бим-бим. Бим-бим-бим-бим. И теперь мой рисунок закончен. Осталось нарисовать несколько таких веточек, чтобы совсем все было супер со всех сторон. Здесь можно какие-то кулебяки нарисовать. Здесь еще одно яблоко нарисовать. Здесь можно нарисовать вишенки. Здесь можно сердечки нарисовать. Сердечко здесь, сердечко там. И добавь супер мелочи, точек, всяких сердечек, точечек, чертиков, крестиков и всего остального, чего ты хочешь, у тебя получится суперский рисунок, который ты можешь разглядывать через 10 лет и еще 10 лет. Отлично. Сегодня у меня суббота, сегодня у меня есть время порисовать, так что я рисую, записываю все сторис и инстаграмы, все остается, тут же это появляется на YouTube. Я стараюсь, чтобы это максимально быстро появилось, так что приходите, рисуйте, радуйтесь. Если вы делитесь, то просто мне делайте большую радость, если вы делитесь своими рисунками, делайте сторис и пишите «рыбаки 3». Яблочко и нет, собачка, рыбаки 3, чтобы и другие ребята увидели на моей сторис в инстаграм. Я всех репощу и всем показываю, что вы рисуете, и удивите нас своими творческими рисунками, которые вы сами сделаете. И спасибо, через минутку я возвращаюсь.